Всем привет! Сегодня 16 сентября, Московская область. У нас передают сильное похолодание, поэтому сегодня собираю урожай тыквы. Конкретно здесь высажен один сорт, называется неаполитанский мускат. Я первый раз выращиваю такую тыкву. С трех растений я сняла три очень красивые крупные тыквы. Четвертую я не заметила, она, конечно, не созрела, ничего, я сейчас порежу, отдам курам. Ну а более подробный видеообзор на этот сорт я уже покажу в доме. На одном растении я оставляла по одной тыкве, все боковые побеги, завязи я удаляла, и в итоге у меня выросло три крупных тыквы. Всем привет! Сегодня уже середина декабря, тыква хорошо полежала и можно сделать небольшой обзор. Итак, тыква сорт неаполитанский мускат, в этом пакетике было 3 семя, высевала сухими семенами в рассадные пакеты по одной штуке 24 апреля. Схожесть здесь была 100%, и в стадии 3-4 настоящих листов я высадила рассаду в открытый грунт, было это 19 мая. Посадочную яму я закладывала, как всегда, это ведро конского навоза, рубленная крапива, смешивала все с землей и высаживала рассаду. Дальнейший уход у меня тоже самый простой, это первое время я поливаю зеленым удобрением и по мере образования плодов несколько раз за сезон проливаю раствором гумата калия, а дальше полив простой водой из колодца. Когда плоды уже поспевают, я полностью прекращаю поливать тыкву. Самые крупные две тыквы я уже использовала по назначению. Осталась эта самая маленькая, а это 6 килограмм 800 грамм. Тыквы очень тяжелые. Первые, кстати, две весили в среднем по 12 килограмм 300 грамм. Тыква крупноплодная, позднеспелая. Это сорт мускатный. Плоды гладкие, цилиндрической формы, с утолщением кверху. Тонкая, очень хрупкая кора, окрашена она в темно-зеленый цвет, желто-коричневыми полосками. Так заявляет производитель, и так все наглядно видно выросло у меня. Внешний вид точно соответствует описанию. Теперь разрежем, посмотрим, что же у нее внутри. Кстати, тыква очень легко разрезается за счет того, что кора тонкая и хрупкая, и чистится очень хорошо, потому что плоды практически ровные. Вы посмотрите, какой цвет мякоти. Яркий, насыщенно-оранжевый цвет. Очень красивая мякоть. На разрезе видно, что выделяется большое количество сока. Тыква сочная. Семенная камера очень маленькая. Тыквенные семена мелкие, бежево-коричневого цвета. Практически одна мякоть. При разрезании тыквы не чувствуется тыквенный запах. Производитель заявляет, что аромат арбузный чувствуется. И действительно это так. Чувствуется тонкий, такой освежающий арбузный аромат. Очень приятный. Эту тыкву, кстати, я выращивала целенаправленно для приготовления соков и тыквенного пюре. Я отрезала себе кусочек. Ну, конечно, я эту тыкву уже пробовала. Попробую при вас. Я думаю, слышно, что тыква хрустящая. Если смотреть по сладости и брать пятибалльную шкалу, то на троечку. Есть сорта и слаще. Ну а цвет и сочность тыквы – это 5 баллов. Сегодня я сняла для вас небольшой видеообзор тыквы сорт неаполитанский мускат. Рецепт тыквенного сока и пюре смотрите в следующем видео. А я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал и всем пока!